друзья, пригнали мы сегодня с пацанами на рыбалку. Ребята, охренеть, Даниль, смотрите, Даниль сам словил. Вот и пришла очередь Кевина. Кевин тоже махонькую словил. Вот папка у нас поймал. А, вторую сегодня поймал. Такой большой. Такой большенький второй. Кевин. Сейчас все будем ловить. Кевин. У мамки у нас первый улов. Наш улов на сегодня. Привет, друзья, пригнали мы сегодня с пацанами на рыбалочку. Здесь недалеко в каналах порыбачим хотим. Недалеко от Бибионе, где-то километров 12-13, наверное. Кто-то незнакомый рыбачил, но мы и по его следам тоже пригнали сюда. Такие вот каналы. Пацаны у меня в 5 утра встали и приехали. Сейчас у нас около 6, начало 7. Солнышко у нас вон только встает. Мы не одни тут такие. Здесь еще папа сына, он русаки тоже рыбачат здесь. Здесь рядом вот поля стоят, растет виноград. Эти каналы, видать, для полива у них винограда идут. Мы заехали, вон там вдалеке наша. Вон там, видать, наша машина стоит. Вот, будем сейчас пробовать что-нибудь ловить. Может, что-нибудь да поймаем. Ребята, охренеть, Даниль, смотрите, Даниль сам словил. Какую акулу, какой классный. Это что даже, я не знаю, что за рыбина. Уже больно держать. Карась, не карась. Он больше килограмма, наверное. Блин. Охренеть, Даня, молодец. Я, к сожалению, не заснял, как он тянул. Но смотрите, какой здоровый. Смотрите, какая рыбеха. Ууу, на сантиметров 30, наверное. Здоровый, молодец, Даниль. Охрененно. Нас дубль два. Даниль еще одну рыбку поймал. На сегодня только Даниль ловит. Ну, махонькую. Опять тоже на кукурузу. Мы сегодня нам подсказали, где там русаки, которые там впереди рыбачат, нам подсказали, где тут Бибионе Пинеда магазинчик есть, оказывается. Рядом с нами, прямо мимо него ходим. Купим червяков. Завтра приедем на червяков порыбачим. Ребят, первый мой улов на сегодня. Конечно, не как Даниль первый здоровый поймал. Хоть такую махонькую, уже чувствуется, что-то какую-то кильку тянул. Так что посидим еще маленько на сегодня. Вот и пришла очередь Кевина. Кевин тоже махонькую словил. Довольный? Да. Рыбак, поймал рыбу в Италии. Ну жалко ее чуть-чуть, потому что в глаз прям. В глаз ты ее, наверное, просто зацепил. Когда вытаскивал, да? Наш рыбачок. Еще одного, хорошо. Еще за 10 минут или 5 минут. Две штучки поймал. Молодец, рыбак. Рыбаки сегодня снова на рыбалке. Только сегодня что-то у нас плохо клюет как-то. Пару раз потеребило, больше не хочет. Вчера интереснее было. Вчера мы хоть хорошего карпенка поймали. А сегодня не хочет клевать. Сегодня с нами мамка приехала, наверное, поэтому. Рыбачки наши сидят, рыбачат. Один тут, один подальше чуть-чуть. Солнышко всходит уже. Светит. Скоро будет жарко. Ну, такие вот каналы. У кого есть желание, кто будет здесь в отпуске в Италии, можете приехать порыбачить. Здесь они повсюду. Здесь тоже такое маленько заросший камышом. Что-то везде пробовали сегодня кидать, пока нигде не клюет. Здесь виноград, виноградники, кругом поля.
виноград. Смотрите, какие мощные грозди висят. О, классно, да? Настоящий винный итальянский виноград. Здесь также, да, гроздище. Классно. Такие вот здоровущие поля со всех сторон здесь. Ну, вот так вот, ребята, и проходит наш отпуск. Сегодня у нас уже получается пятница, 4-й или 5-й день. В понедельник мы приехали. А так стараемся как-то удовольствие проводить время. Рыбачок, вон рыбачий стоит. Деревня это недалеко, где-то 10-12 километров примерно от Бибионы Пинеда находится. Ну, это основной Бибионы, чуть-чуть поближе. Также от Лигнана где-то примерно 12 километров получается. Вот, кому интересно, можете рыбачить. Когда выезжать, маленько вам дорожку покажу, чтобы наглядно видно было примерно, где это. Сегодня пробуем везде локацию, меняем, места меняем. Сегодня вообще не хочется рыбешку у нас клевать. Вот снова на другой канал перешли. Здесь очень много всяких разных каналов. Даниэль сидит, видно. Рыбак, рыбачок. Вчера вот этот рыбачок поймал хорошего карпенка. Вот эта вот дорожка ведет с самой деревни этой, Маринелла. Маленькая деревушка такая. И вот, как бы в середину деревни въезжаешь, со стороны Бибионе едешь. В середине деревни где-то поворот налево будет. И вот сюда вот в поля виноградники. И вот здесь вот везде эти каналы. На этих каналах уже можно порыбачить. Здесь везде виноградные поля уже пошли. С этой стороны темный виноград. По крайней мере, выглядит темным. И почему-то как-то порченным подпахивает. Много порченого и мухи летают. Почему, непонятно. Ребят, я поймал сейчас одного звереныша. Вот он такой прикольный экземплярчик. И далее еще сидит прям на крючочке. И пару малышей мы поймали. Сегодня не особо клюет, но вот первый такой вот средненький экземплярчик, которого можно зажарить. Вот он, вот он. Моя первая такая крупняшечка. Вчера Даниэль поймал, сегодня я такого крупненького. Классно. Будет только забросить, сразу вытягивается. Да-да, на червя сегодня. На все перепробовали мы уже. И на червя, и на кукурузу, и на тесто, на все. Ну вот на червя поймал. Перезасадил все-таки. На червя попробовали. Вчера купили здесь в Бибионе в рыболовном магазине. И вот такой экземпляр вытащил. Итальянец здесь на тракторе работает, подрезает виноград свой. Идет сразу сверху, снизу и по бокам обрезает. У мамки у нас первый улов. Акулу словила, мамка довольна. Первая твоя на сегодня? Первая, да. Ой, давай, какая, снимай. Какая акула. И что, ты ее съешь? Выпустишь? Не, выпусти. Снова акуленка маленького поймал. Мы сегодня таких акулят, если ловим, то отпускаем. А я думаю, он такой большой, как у моего Даниэла, такой большой будет. Ага. Сегодня у меня удачный день. Я такого неплохого, сантиметров 10-15, наверное, поймал карасик. Кевин у нас вытащил сейчас такого побольшенького, средненького. Нормально, чё. Нормальный ты? Экземплярчик. Прям так хорошо повел. Ну вот. Сегодня будешь жареного лопать его. Запутал все. Нормально. Распутаем. Рыбаки ловят.
грозди итальянского винного винограда. Видно прям, что его чем-то обрызгивают. На листьях тоже вот что-то беленькое прям. Очень большие плантации у них. Ну и урожай, смотрите, прям вот на лозе, да, сколько его лежит. Смотрите, какие кисти. Красиво просто. Еще одну акулу Даниль выловил. Молодца. Еще один такой большенький. Вот такой экземплярчик. Ну, пойдет. Лучше, чем совсем маленький малечек. Рыбачка наша поймала. Катили-катили на меня бочку. Вон что, нормально поймала. Ну, такой средненький. Хороший. Можно, можно зажарить. Ой. Один рыбак ловит, другой рыбак снимает. Третий с камерой она ходит. Прям, он прям полностью заглотил. А где он? Вот папка у нас поймал. Я вторую сегодня поймал. Такую большую. Такой большенький, второй. Хорошенькая такая. Все честно. И несколько у нас таких средненьких есть. Мелочей вообще очень много. Штук 15 уже, наверное, выкинули обратно. А куда их? А, какой? Ой, какая. Жить-то как хочется. Да. Кевин. Сейчас мы все будем ловить. Кевин поймал после меня буквально через 3 минутки. Да, вот одну. Вытащил. Ты мне закинул. Классный я экземпляр. Я... Молодец. Так прям тащил. Даниль бегом к нам прибежал. Наш улов за сегодня, который мы пока оставили. Штук 10, да даже, наверное, больше, штук 15, наверное, мы выбросили. Все маленькие. Но здесь пару тоже миленьких есть. Ну, три прям таких вообще хорошеньких, вот они. Два моих, один Кевин поймал сейчас. Наш улов на сегодня. Сейчас мы маленьких отсортируем. Маленьких мы выпустим. Ну, а крупничок заберем домой на жареночку сегодня. Три штучки прям вообще хорошенькие. И вот это тоже ничего такое. И вот еще лежит. Пять штучек прям хорошеньких. Вот как-то так, ребят. Вот сейчас таких маленьких мы выпустим. Их все равно никуда. Смотрите. О, мы только собираемся, и Кевин ловит. Молодец. Что я выпускаю? Ладно. Его можно оставить? А, Дарья выпустила. Да они отойдут сейчас. Пусть он плавает один. Один, но остальные ушли. Живет сейчас. Он этого нравится. Тоже. Он тоже да. Кей, напускаем. Пускаем? У нас да. Побольшенькие такие, хорошенькие есть. Этого опускаем и все. И... Сюда это один, и правда. Потому что мы как-то словили 1000, а 50 выпускаем. Да, мы сколько, 5 или 6 штучек забираем сейчас, а остальных... Вот, о, домой ехать собираемся. И таскаем. Я прям заснял, Даниль, как ты тащил его, по-моему. Я со включенным камерой. Вот видели, ребят, как клюют вот такие вот небольшие. Мы таких очень много сегодня повыпускали. Ну, крупненький заберем, а этот... А цепляй тоже выпускаю его. Будем собираться к дому уже. Все, ребят, рыбалка наша закончилась. Погнали мы в наши апартаменты, квартирку нашу. Порыбачили классно. Мы сегодня это с 5:30, и вот сейчас 5:12. Но сегодня хорошо прямо половили штучек. Все, вместе штук 20, наверное, да? Да, если не больше. Ну, штучек 20 поймали. Ну, много мелочи, мелочи мы повыпускали. Сначала брали пару штук, а потом сразу решили, что... Пока они живые, в общем, выкидывали их. Ну, а 6 штучек таких прям хорошеньких взяли сегодня. На жаренку нам хватит. Все довольны? Пацаны довольны, да? Да. Даже мамка у нас сегодня, не знаю, сколько? 4 поймала хорошие.
4 штучки хороших поймала. Вот. В общем, все семейство порыбачили. Сейчас хочу я вам маленько дорожку показать, как выглядит поселочек, где мы вот рыбачили. Поселок этот называется, ребят, Маринелло. Я тут надпись делаю, чтобы видно было, как называется, да? Вот. Со стороны Бибионии примерно, если с Бибионии прям ехать, а вот даже видно, мы уезжаем от населенный пункт Маринелло. Становимся. Вот, так называется населенный пункт. Мы сейчас, получается, в него въезжаем. В общем, если со стороны Бибионии вы едете, от Бибионии примерно где-то 10 километров. От Лигнана тоже примерно, ну, 12, также Пинеда 12. Ну, в общем, в среднем, скажем, 10 километров. Едете, как если в сторону Латизаны, как будто бы вы домой возвращаетесь. И поворачиваете налево. Будет указатель прямо на Маринелло. Выезжаете в этот населенный пункт, примерно в середине населенного пункта поворачиваете налево. Я вот сейчас направо повернула, вам налево. Вот, едете до синей, с правой стороны будет мастерская какая-то, такие синие ворота. Напротив них поворот налево. Поворачивайте туда и метров 300 где-то. Там много разных каналов. Да, там увидите с левой стороны канал, туда поворачивайте. Это где мы на этом канале рыбачили. Либо прям справа рядом канал, если чуть-чуть дальше проезжать, там такой прям большой такой канал, типа такое озерцо даже образовалось. И вот здесь можете, у кого есть желание, кто приедет в отпуск в Италию, можете здесь порыбачить. Да, либо фишайн немецкий, да, у кого если есть с собой, берите. Либо здесь можно сделать лицензию на месяц. Вот мы сделали 15 евро, ойра стоит. Мы сделали в поселке Бибиона Пинеда, почти в самом конце, центральная улица идет. Да, рыболовный магазин по левую сторону, не доходя до порта метров 300. Там будет магазин, две пиццерии, и возле пиццерии получается рыболовный магазин. Там можно и червей купить, и лицензии сделать. Ну, также и удочки, если вдруг кому надо. Вот, получается, ребят, мы сейчас выезжаем на главную, и прямо-прямо мы едем на Бибионы. А наша рыбка в ведерке плещется. Так что вот, ребят, если вдруг кому пригодится, чтобы знали, где можно на каналах половить рыбку. Ну, клюет довольно-таки неплохо. На жареночку можно ловить, если с утреца приехать. Ну вот, все. Всем спасибо. Вот, ребят, подъезжаем мы. Вот в этом здании вот находится рыболовный магазин. Вот здесь вот магазинчик, всякие тапочки продают. И вот где круги, вот здесь вот этот магазинчик. Здесь вот две пиццерии и Max Family магазинчик. И дальше вот уже идет порт. То есть, если что, знаете где. Вот и обед. Жареная рыбка из толченка, из кальмар, салатик. Ну и, конечно же, итальянское пиво.